Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hardress at Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как сбросить геонастройки на вашем смартфоне iPhone 12 mini. Для начала мы заходим в настройки, затем спускаемся чуть ниже и заходим в пункт «Основные». Далее листаем в самый низ и нажимаем на кнопочку «Сброс». Самой последней функцией у нас будет сбросить геонастройки. Нажимаем, подтверждаем. И геонастройки были сброшены успешно. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardress.info. До скорых встреч!